Немного меньше прежних дней. За выходные в Крыму заразились новой коронавирусной инфекцией 316 человек. 168 новых случаев зарегистрировали в субботу и 148 в воскресенье. По-прежнему почти третья часть заболевших переносит вирус бессимптомно. Большинство выявлены при обращении за медицинской помощью. Один случай завозной из-за рубежа, остальные контактные. Всего в Крыму с момента начала пандемии COVID-19 подтвержден чуть более чем у 11 тысяч человек. Выздоровели за это время более 6 500, из них 56 за последние сутки. Общее количество умерших – 168 человек. Власти республики и представители Роспотребнадзора настоятельно просят жителей и гостей Крыма соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.